Девчат, привет! Только посмотрите, какой сегодня чудесный день встречает меня таким солнышком. Утро, солнце — это вообще мой драйв. И я иду на тест-драйв. Так, пройдусь по магазинам, промониторю цены. Я иду в Магнит Косметик и я иду в Улыбку Радуги. Это два основных косметических магазина, которые есть в моем городе. Вот, поэтому помониторим там, потом обязательно все с вами обговорим. Вы знаете, вчера был достаточно тяжелый день, именно в плане того, что было много звонков, было много разных разговоров в чатах, но мы все это выдержали. Смотрите, первый этап, когда что-то меняется вот так вот резко, да? Первый этап – это страх. Мы его прошли. Следующий этап – это гнев. Многие ругались. Да, мы его тоже уже прошли, девчонки. Сейчас этап у нас торги. Вот как раз я иду торговаться, смотреть цены, да, сравнивать. Вот, а потом у всех у нас будет этап принятия, друзья мои. Хотите вы этого или нет? Я лично вот сама уже нахожусь на этом этапе. Потому что я прекрасно понимаю, что продукцию свою я люблю. Я ее не просто люблю, я ее обожаю. Вот. И вот эти вот разговоры, что я помажусь лучше клубникой или огурцом, ну, в принципе, они ни к чему не приведут. Я абсолютно не против натуральной косметики. Сама это частенько делаю на даче. Но, друзья мои, морщинки она вам не разгладит. Кожу она вам не отпилингует, это т.д. и т.п. А наша косметика, ну, в принципе, она уже давно должна была подорожать. Нью, я имею в виду в этом плане. Вот. И вы знаете, ну, в конце концов, ну, давайте себя уважать. Я, например, не собираюсь, как некоторые даже писали, девчонки, подтираться, извините, лопухом, потому что туалетная бумага подорожала. Нет, я не собираюсь. Я лучше буду искать еще дополнительные пути заработка. Ну, в общем-то, у нас у каждого свое мнение, я абсолютно никого осуждать тут не собираюсь. Вот. Далее. У нас такие средства, как гели для душа или, допустим, пены для ванны. Ну, средства личной гигиены, да. И я, опять же, не буду, не то, что не хочу, а я точно знаю, что я не буду покупать где-то более дешевые, там, на 20-30 рублей, потому что наше качество – это качество. Кстати, я вам хочу сказать, что компания не пошла в сторону удешевления продукта. Это в том плане, что покупать более дешевые ингредиенты, понимаете, да? А многие компании ушли на более дешевую покупку ингредиентов. Вот, поэтому как-то так. Ну, девчат, все впереди, разберемся. Сейчас уже буду подходить к первому магазину, пофоткаю, поснимаю. Так, первый знаменитый магазин дешевой продукции у нас — это Улыбка Радуги. Вот, и в нее мы зайдем и помониторим цены. Здесь, я думаю, будет дешевле, чем в Магнит Косметике. Вот Магнит Косметик в таком страшном здании у нас. Ну, это
Просто мне ближайший есть в более приличном здании. Ничего не хочу сказать. Ну, погнали. Ну что, мои дорогие, все прошла, все посмотрела. Я вам скажу, не так страшен черт, как его малюют. Абсолютно все сейчас вот со своими ценами, с апрельскими промониторила. Хотя, девчат, майский каталог там вообще еще дешевле. Многие продукты есть. Вот, поэтому не пугайтесь, я вам сейчас докажу. В общем, и знаете, еще сейчас вот буквально недавно посмотрела видео. У меня много девочек с Украины. Не забывайте, в какое время мы живем, да? И сейчас тяжело абсолютно всем. Но им, в общем, ладно, кому интересно, я оставлю ссылочку, она видео снимала на YouTube. Просто за свою компанию невероятная, девчонки, гордость. Эйвен, это настолько человечно, они не бросают своих партнеров, и несмотря на то, что там, сами понимаете, боевые действия ведутся, Эйвен оплачивает им комиссию. Вы понимаете, насколько это круто? У меня прямо аж на душе стало тепло-тепло. Приятно. Вот. С таким настроением мы с вами начнем про цены. Так, сейчас. Видео будет, наверное, длинное, девчата. Торопиться нам некуда, правда? Что я сделала первым делом? Я каталог здесь вот так вот исписала новыми ценами. Это для себя. Ну, прям маркером. Все-все-все до единого. Да, муторно, но что делать? Пока QR-кодов нету. Более цивильный вариант вам хочу предложить. Покупаете вот такую вот ленту с ценниками. 55 рублей всего лишь стоит. Вот самую мелкую берите. И прям ценничек можно залеплять на каталоге. И писать новую цену. Очень актуально и красиво. Так. Это первый такой лайфхак. Далее. Ну, пошлите сначала по гелям для душа, да? Есть у нас гели для душа 250 мл, есть гели для душа 500 мл. Мои любимейшие гели, я их ни на что не променяю. Вот будут они стоить, я не знаю, 500 рублей вот этот, и я буду его брать, ребят, потому что у нас очень крутые гели. Дальше. А значит, я буду вам говорить цену, по какой мне выходит, по какой цене беру я, да? Так может брать каждый. А, значит, смотрите. Ну, и так буду говорить. Значит, гели для душа 119 рублей в каталоге, 83 рубля я беру. Я беру 83 рубля такой гель, 250 миллилитров. А что у нас с гелями? Фа 186 рублей, 250 миллилитров. У меня 83, 286, 83. Есть разница? Есть разница. А самый дешевый гель я нашла 184 рубля, 250 миллилитров, это полмолив. Ну и что, девчат, даже для клиента 119 рублей гель для душа. Вообще супер. Дальше. Большие гели для душа для клиентов у нас 259 рублей. Я его беру 181 рубль. 500 миллилитров, 181 рубль. Круто. Значит, в магазинах 500 я не нашла. 700 я там увидела тот же полмолив за 439 рублей. Напоминаю, 181 рубль и 439 рублей полмолив. Ну, вообще, вопросов не должно быть. Также есть там гелий по 690, ребят. Вот, дешевле я, опять же, не нашла. А в магазинах я мониторила самые дешевые цены. Так, далее. Про пены. Поехали с пенами. Что у нас с пенами? 139 рублей мне выходит эта пена. В каталоге они 199 рублей. 500 миллилитров.
знаете, что-то я тут пену не написала. Ну, ладно. То есть, вы понимаете, не надо смотреть цены, которые в каталоге без скидки. Да, они всегда такие были. Все сейчас смотрят вот просто на этот туда и насколько он возрос. Но, ребят, у него и цена была не дешевая. Вообще, это нишевые ароматы. И, извините меня, в магазинах нишевые ароматы люди по 10 тысяч покупают и... покупают и по 25 тысяч рублей, а вы что считаете, что у нас эти ароматы недостойны, там, я не знаю, 2-2,5 тысяч, линейка Today Tamara Fowlis, она шикарнейшая, Artistic, Maxime, Attraction, но это очень крутые ароматы, поэтому и я считаю, что кто любит эти ароматы, он и по-прежнему будет их покупать. А также у нас есть возможность предложить наши шикарные ароматы людям, которые потеряли свой продукт, компании какие-то ушли, да, но хотят вот такие вот дорогие, хорошие ароматы. Вот, пожалуйста, не ищите причины, девчонки, ищите возможности. Поехали дальше. Крема для рук, мои любимые, я вам показываю. Вот этот крем для рук, девочки, он по цене каталога 109 рублей. Себе я его беру 76 рублей, девчонки, но тут 100 миллилитров, вы понимаете? А дальше. 69 рублей, да? 69 рублей, вот этот вот с макадамией. 99 рублей в каталоге. Поэтому бархатные ручки 129, от 109 до 129 рублей. Мне там скидочку никто не даст, чтобы мне взять, не знаю, сколько там в миллилитрах этих бархатных ручек. Наверное, он тоже разный, чтобы мне вот шикарнейший крем, который излечивает экземки, да? Ну, при правильном питании, понятно, там все дела. Вот этот вот, да, за такие денежки. Сколько, повторюсь, 76 рублей, да, вот, пожалуйста, от 120 бархатные ручки, ну и чего, в чем паника, объясните мне. То же самое с шампунями, смотрите, сейчас в апрельском каталоге 700 миллилитров 229 рублей стоят вот эти фитошампуни, лопухи там, макадамии и все прочее, понимаете, в магазинах таких нету цен, ребят. И это без учета нашей с вами скидки. Давайте по шампуням. Я, в принципе, беру Head & Shoulders, да, от Перхоти. Цена малюсенький, 200 миллилитров, 229 рублей. У нас шампуни, допустим, Advanced Technics, тоже любимые, с моей ценой. Ну, у нас маленьких 400 миллилитров я беру, 167 рублей. То есть вот, 400 миллилитров я беру себе за 167 рублей, а 200 миллилитров в магазине я беру за 229 рублей. Head & Shoulders разные есть. 600 миллилитров 449 рублей, 300 миллилитров 379 рублей. А, вы знаете, вообще шампуни тоже есть в магазинах абсолютно разные. Опять же, у каждого свои клиенты и как, насколько человек какой продукт любит. Вот и все, что я поняла, девчат. Это дело выбора каждого. И не нужно паниковать, что в Avon цены повысились чуть ли не на 100-200%. А вот если ты начинаешь разбираться и смотреть, то это абсолютно не так. Абсолютно не так. 100% это не так, девчонки. Да, в 400 миллилитров 448 рублей. А, кстати, чистая линия я нашла. Я не пользовалась этим шампунем. Это самый дешевый шампунь. 159 рублей. Очень дешево, согласна. Ну, практически как я беру за 167, да, а тут чистая линия 159. Если кто-то брал, вот напишите мне, интересно. Сама не хочу тестировать на своих волосах, нет. Дальше. Что касается у нас парфюмерии и декоративки. Да, как и говорила наша компания, что здесь будет наибольшее повышение. Но опять же, как мы брали по скидкам, так мы и будем брать по скидкам. Возьмем сейчас лак, который 1169 по цене каталога с моей скидкой. Я его беру за 820 рублей, девочки. То же самое с Full Speed. Он сейчас за 700 рублей его можно взять, если у вас скидка. Ну, туда-сюда. У всех скидки разные, да? У кого-то там 20%, 25%, 30%, 35%. У меня 30%. Я, то есть, ну, среднюю такую цену говорю. Если у вас меньше, то у вас чуть поменьше будет сумма. Иксирис сиреневый. Очень популярный аромат, который сейчас идет в наборе. Парфюмерная вода и шампунь-гель. 370 рублей можно взять.
Поэтому, девчат, что в этом каталоге со скидкой берем в этом каталоге, что со скидкой в следующем берем в следующем каталоге. Сейчас выгодно брать персивы, черное платье. По-моему, череш, они идут по 1000 по цене каталога и как минимум, ну, за 700 рублей. Это дорого, это дешево, я считаю, для таких вот ароматов. Вот, в целом, наверное, все, что я вам хотела сказать. Пока я снимаю видео, Людочка у меня загружает уже майский каталог. Можете посмотреть. Цены очень таки адекватные, но, скажем так, с учетом данной ситуации. Да, кофе мой остыл. И в горле у меня уже пересохло. Кстати, у меня есть заказ, девчат, на сыворотку. Вы видели, что при покупке сыворотки крема можно взять за 389 рублей. Ну, не красота ли? Конечно, красота. Если вы хотите приобретать. И всю продукцию будете покупать по таким вот ценам. По 83 рубля замечательнейший гель для душа. По сколько? 76 рублей. Супер просто крема для ручек. Ну и все остальное. Привет. Посиди маленько. Все, мои дорогие, пишите свое мнение. Ну что, вас поймала паника? На какой вы сейчас стадии? Уже, наверное, на принятии. После моего видео точно на принятии. Всем пока.